Здравствуйте, меня зовут Вадим Субботин. Сегодня мне снимают видеоклип такие творческие парни, как Александр Убашаев, это режиссер моего видеоклипа на песню «Забудь», и оператор Федор Беседин. Идем снимать клип, срочно, туда. Здравствуйте, меня зовут Вадим Субботин. Сегодня мне снимают видеоклип. Всем привет, меня зовут Тимофей Романов. Я сегодня нахожусь на съемках видеоклипа Вадима Субботина. Пришел его поддержать. Я смотрю на видеосъемочный процесс. Меня завораживает, честно говоря. Я тут и с видеокамерой побегал. И вообще, хочу сказать, что клип должен получиться самый обалденный. Будем смотреть результат на главных телеканалах страны. Давай. Всем привет. Композиция «Забудь» очень интересно тем, что она на реальных событиях. Конечно, сам процесс снятия этого клипа – это невероятная эмоция. Смотрите его, он принесет вам очень много удовольствия. Сейчас здесь будет сниматься видеоклип Вадима Субботина. Посмотрим обстановку, что здесь происходит. Ну, подстать как раз песни, что любовь прошла, завели помидоры, да, и поэтому нот тут нет вообще. Все пустые. Вот. Клавиатура, здесь все реально настоящее. Играет, как положено, только ну, где нужно играет. Сегодня снимается песня. Сделана она нашей дружной командой. И будет отличное видео, романтическая, классная песня. Так что смотрите, не пожалеете. А я иду включать своего друга. Так, который, в общем-то, играет у нас девушка, которая реально записывалась в студии звукозаписи шоу «Коктейль». Так. Всем привет, меня зовут Кира, я играю в этом замечательном клипе Вадима. Потрясающая песня, шикарные слова, очень эмоциональная, просто берет за душу. Я очень рада, что участвовала в этом мероприятии, спасибо Вадиму. Здесь будет сидеть Вадим Субботин. Можно посмотреть, да, стул стильный очень даже. Я немножко случайно попал на это мероприятие, можно сказать, в роли зрителя. Я очень рад, что видел их работу. Интересных творческих людей. Это было очень интересно. У нас сейчас начинается съемка, мы будем снимать мне видеоклип. Очень интересная история, лирическая. Волнуешься, переживаешь? Я очень волнуюсь, переживаю. На самом деле, я волновался весь день сегодня. Переживал за эти съемки. Это первый мой видеоклип, который я снимаю себе на песню «Забудь». Я надеюсь, вам понравится. Это очень интересная, романтическая, лирическая история любви. Вадим Субботин, очень творческая личность. Даже вот здесь мы наблюдаем за тем, что хотим, чтобы он это сделал как бы немножко без эмоций, он не может. Он не может, потому что это у него идет изнутри. Стоп! С вами Вадим Субботин. Мне снимали сегодня музыкальный видеоклип. Смотрите его через неделю на всех каналах России. Давай, что дальше? Терминатор. Мы, в общем, от себя желаем процветания. Процветания тебе и удачи. Все, что от нас, мы все сделаем. Удачи.
на этом поприще. Сейчас такой рядом, что помогать тебе будет. Мотор. www.showcocktail.ru. Финиш!